Бамбарбія, евакуація, і ми продовжуємо. Як я казала, у нас найактуальніші, найгарячіші питання ми тут розкриваємо. І я рада представити вам нашу гостю. Дівчата, відразу кажу, шерте посилання на наш ефір. Я думаю, що він буде дуже корисний, тому що у нас в гостях Світлана Грабова, сексолог-психолог. Вітаю вас, Світлана. Здравствуйте. Всем привет. Буду представиться, немножко рассказать о себе, чтобы аудитория познакомилась и, скажем, расположилась, так сказать. Еще раз, меня зовут Светлана Грабова. Я психолог, сексолог, глубинный терапевт по Юнгу, жена. Сегодня ровно дата 15 лет, как мы вместе. И мама-подростка. Вот, поэтому имею 13-летний опыт взаимодействия с людьми, семейными парами, женщинами. И моя специальность, специфика состоит в том, чтобы развивать у людей, скажем, самооценку, уверенность в себе, внутреннюю свободу и сексуальность. То есть устанавливать интимную близость, эмоциональную близость и сексуальность. Ну, по-перше, ми вас вітаємо, тому що 15 років – це реально багато. Вітаємо вас. І зараз хочемо розкрити реально найболючішу тему. Це стосунки на відстані. Це перевірка відчуттів? Чи це знущання над відчуттями? Що це таке? І взагалі, чи можливі стосунки на відстані? Итак, я понимаю, с какой темой вы ко мне обращались. Это очень актуальная тема для тех, кто сейчас, женщины уехали за границу, мужчины остались в Украине. И как жить в новых условиях. А вообще, как развивать идейную и вообще любую близость на расстоянии. Сразу хочу вам сказать, что такие отношения возможны и необходимы. Если мыслить с точки зрения позитива, да, оптимизма и развития, саморазвития. Если не развиваться, то те сейчас ситуации, которые происходят, они усугубляют полностью все внутренние травмы, все внутренние сильные чувства, переживания. Они обостряют человека, и он становится, как так и говорят, как оголенный нерв. Когда человек себя не осознает и себя не контролирует, то мы больше склонны к проявлению очень сильных эмоций, особенно там по телефону и так далее. Женщина понимает, с одной стороны, что ей нужна поддержка, потому что она находится за границей одна, с детьми, например, да. И мужчина понимает, что ему тоже не весело, и он сидит там в тех, той ситуации, которая сейчас сложилась в Украине. Что нужно делать для того, чтобы улучшить ваши отношения и сделать так, чтобы ваши даже интимные отношения никуда не делись впоследствии вашего развития, саморазвития. Итак, начну с самой главной темы. Значит, мы когда с вами, например, мужчина, женщина встречаются, да, они устанавливают некий внутренний контакт, то есть с друг другом. Это называется эмоциональная близость. И вот на основании этой эмоциональной близости, которая включает в себя дополнительно доверительные отношения, способность быть открытыми, рассказать человеку о себе побольше, если он знает себя, конечно же, да, в хорошем смысле слова этого, но многие люди себя не знают, как практика моя показывает. Такие люди, скажем, они должны почувствовать, что их понимают, их слышат в отношении. И им, так сказать, не плюнут в душу, когда они будут открываться. Как правило, речь идет, когда вот мы очень открыты, умеем доверять и рассказывать о себе, в том числе и о своих интимных предпочтениях партнеру, да, он чувствует и уверен в себе, у него все в порядке самооценкой, что он может открыть. И даже если ему плюнут в душу, то он скажет: послушай меня, если мы с тобой не будем открытыми, да, и я не смогу тебе доверять, открываться, то мы будем с тобой на одной территории, как два чужих человека, держаться друг от друга на расстоянии. Естественно, там, например,
Жена приходит к мужу, рассказывает, что она там где-то неправильно припарковалась и так далее. Муж еще больше усугубил, раскритиковал. Жена в следующий раз не придет к мужу, не попросит. Превращается вот в состояние такое «я сама». Муж тоже не может пожаловаться жене, потому что она тоже может его раскритиковать. Сказать себе, я же тебе говорила и так далее. Угу. Вот они становятся чужими людьми на таком вот уровне, когда они не могут раскрыться. На бытовом уровне. А я уже молчу о том, что они вообще переживали, о их желаниях, которые они, возможно, даже не понимают, это их желание или нет. О том, как открыться, когда тебе действительно больно и плохо. Потому что чаще всего, даже когда женщина говорит, ты мне делаешь плохо, больно, муж ее не слышит. И наоборот, муж может, ну, муж, обычно мужчины, они не жалуются в такой степени, что говорят, ты мне сделала, причинила боль. Угу. Он обычно куда-то посылает подальше или закрывается, или же приходит, например, там с работы и говорит, когда жена спрашивает из серии, типа, что происходит, он говорит, все хорошо. И на этом все заканчивается. То есть люди не чувствуют вот этой эмоциональной близости. Каким образом формируется эмоциональная близость? И как она влияет потом впоследствии на интимную близость? Итак, в детстве родители должны были помочь ребенку чувствовать себя и найти себя, то есть установить ребенку с самим собой контакт. Ну вот, например, там ребенок растет, он дружит с кем-то, кто-то его обидел, он приходит, рассказывает отцу. Отец говорит, это называется дружба, а вот это ты чувствуешь предательство, а вот это ты чувствуешь любовь, а вот это ты чувствуешь самоуважение, а вот это у тебя самооценка. И таким образом ребенок познает себя. Но, как правило, в большинстве, скажем, обычных семей такого не происходит. То есть родители навязывают свою точку зрения, родители лишают ребенка выбора. То есть ты не будешь ходить в этом, ты будешь ходить в том, ты не будешь ходить в эту школу, ты будешь ходить в эту школу. Вот тебе, пожалуйста, спортивный кружок, и ты будешь ходить туда, куда я сказал, куда мы сказали. То есть, например, если говорить по чувствам родителя, то чаще всего это либо игнорирование чувств ребенка, абстрагирование от участия в его самоощущении. Дальше, это либо наблюдение и не вмешивание, когда ребенок ну, не понимает, что ему делать, вот он сам себя познать не может, ему говорят, какой он. Это разные из родителей. Это, например, эмоциональные родители, которые спонтанные, неуравновешенные, у которых очень сложно предугадать их характер, очень эмоциональные и подрывистые. То есть ребенку приходится предсказывать поведение родителей. Естественно, на этом фоне воспитывается ребенок не который себя знает, а он воспитывается в какой-то определенной роли. Например, ему говорят, особенно девочки, если ты будешь хорошей девочкой, на тебя обязательно женят. Ты станешь хорошей мамой. И вот она вырастает женой в роли жены и в роли мамы. То есть мама передает ей пример, как быть женой и как быть мамой. Отец передает пример мужу, мужчине, роль, как быть мужчиной, как быть мужем и так далее. Если отец, например, сыну обещал, но не выполнял желания, не слышал потребности сына. Естественно, такой мужчина вырастает, не слышит потребности жены, обещает и не выполняет эти обещания. Но он при этом занимает роль кого? Мужа. Якобы ответственного лица. То есть муж и жена – это роли, которые люди исполняют, не зная до конца себя, своих эмоций, своих потребностей, то, чего они хотят. На этом фоне даже люди заводят любовника-любовницу для того, чтобы познать свои потребности там. Что такое роль любовницы, что такое роль любовника, так как она не воспитывалась в семье. То есть у нас, знаете, нету роли посередине, это роль любимого человека, даже не любовницы и любовника, а роль любимого человека. Когда есть объятия, когда есть переживания, когда есть поцелуи в семье, когда мама-папа выражает любовь, когда они объясняют, если ребенок застукал их, например, в постели, а у ребенка при этом уже сложился портрет отца как тирана, и он будет думать, что отец издевается над матерью. Поэтому он видит эту роль как тирана, да, естественно, ребенок вырастает с травмой, с
отношением к сексу как к чему-то отвращенному, как к чему-то ненормальному. То есть происходит определенное подавление своих собственных желаний. Человек становится заложником своего либидо. Он принимает роль, которую исполняет в жизни. Естественно, не зная себя и пребывая в такой роли, жена-мать, жена постоянно живет не своей жизнью. И появляется эта фраза: «Я себя потеряла, я не знаю, кто я себя не ощущаю, я живу для других людей». Точно так же и у мужчин, он исполняет роль из серии мужа, ходит на работу, лежит на диване, как это делал его отец и так далее. Он тоже не понимает себя, не знает, что ему надо, он не ощущает себя, не, живет не своей жизнью. На этом уровне развиваются неврозы, на этом уровне люди находят себе на голову различные приключения в виде любовных треугольников для того, чтобы познать себя. Вот. Естественно, сейчас мы с вами вернемся к той теме, которая называется эмоциональная близость. Mm-hmm. Если нас не приучили в детстве делиться, и делиться это даже страшно, потому что когда такой человек, который находится постоянно в роли, он сталкивается с открытым человеком, который пытается установить с ним контакт, его даже может это пугать, потому что это ему непривычно, он привык к другому, он привык к тому, что к нему плохо относятся, с ним не делятся, его игнорируют, обесценивают. Вот. Точно так же, как тема в семье сексуальности, она была полностью обесценена, ей не уделяли внимания, дети видели страдающую мать, тиранического отца или наоборот. Да, так, на этом фоне формируется семья, которая занимается выполнением своих социальных ролей. И впоследствии мы видим результат. Люди разъезжаются и всплывает долг. Ты же жена, ты же муж. Ты же должен то делать, ты же должна то делать. Люди в новых обстоятельствах находятся, выполняя долг и, конечно же, развивая дальше, продолжая развивать свой невроз. Инстинкты сексуальные и гормоны сексуальные, холестероидные гормоны, никто не отменял. Они внутри у нас есть, и они всячески подавляются. На этом фоне люди испытывают, скажем, сильные стрессы, повышенную тревожность, повышенную эмоциональность, повышенную агрессию друг на друга, потому что не умеют выражать искренне вот эти эмоции, вот эту интимную близость, они просто не умеют, их не научили делать это в детстве. И сейчас, когда мы столкнулись с тем, что диалог по телефону так необходим нам, правильный диалог, да, когда люди общаются, для того, чтобы правильно выразить эти эмоции, для того, чтобы установить этот интимный контакт, интимную близость, душевную близость. У людей нету примера собственного, они не понимают, как это сделать. Естественно, мы видим разногласия, конфликты и, ну, скажем, негативные результаты. Тобто... Вот. Відсутність тих от этих доверительных отношений, да, эмоциональной близости, она и является основным толчком, что пары расстаются. Они как бы начали проживать разные судьбы. Я правильно понимаю? Да. А восстановить это реально, когда вот у вас не было эмоциональной близости, вы были вместе на одной территории и сейчас вы разъехались. Это можно принять как определенный ресурс, которым можно воспользоваться и выйти на новый этап? Конечно, конечно. И бывает такое, вот я работаю с семейными парами, они 20 лет вместе и друг друга не знают. У них есть своя жизнь, как будто бы отдельная, на работах, например, в любовниках и так далее. Они, им легче пойти налево-направо, чем поговорить с близким человеком. Почему? Потому что близкий человек – это проекция фигуры матери или отца. Мы делаем перенос, общаясь с мужчиной, мы видим в нем проекцию недостающего матери и поведения отца. Точно так же мужчина видит в женщине проекцию своей матери. А если он с матерью не делился в детстве, если у них конфликт, у него внутренний конфликт. Если она с папой не установила контакт в детстве и с мамой, у нее тоже внутренний конфликт, этих внутренних фигур. И каким образом она может с этой проекцией в виде мужа
общаться нормально, если у нее нету внутри доверия папе-маме. Если она не могла у мамы спросить, что такое месячное, это нормально, когда презерватив одевать, как должен мальчик ко мне обращаться, она не могла с ней поговорить нормально, то как она будет об этом говорить с мужем? Точно так же, как и он. Люди, у людей присутствует вина, которая вообще не возбуждает. То есть она ведет к импотенции у мужчин, к разногласиям и так далее. Если есть стыд, например, внутренний, который тоже формируется в детстве, и это у взрослого человека вызывает препятствие поделиться своими интимными предпочтениями, открыть душу, рассказать. Вот. То есть стыд кто устанавливал? Родители престижные. Естественно, внутри у человека есть родительская и материнская фигура. Она, это называется комплексы, которые управляют человеком. Простой пример. Когда муж говорит, ты как твоя мать, а она ему говорит, ты как твой отец. И поведение, это очень легко распознать. И поведение ваше, например, там, может быть полностью как слияние с фигурой матери, которая была необходима ребенку для выживания. Потому что если я с ней не сольюсь, если я не буду на нее похожа, то она меня задавит, она будет меня бить. Мне надо быть с ней в слиянии, чтобы чувствовать ее поведение, чтобы ее не злить. И вот я становлюсь такой же, как она. Точно так же у мужа происходит. Естественно, это уже не сам человек взаимодействует от себя. Он идет как от той роли мужа и жены, которая должна присутствовать в любом обществе, которая вырабатывается в стратегическом воспитании родителей, потому что им так передавали эти роли, они передавали это по наследству. Естественно, открыться очень сложно, установить интимную связь сложно, потому что этого не было в поведении у родителей, не было примеров. Вот. И здесь важно открываться, то есть не бояться открывать. Во-первых, нужно развиваться, читать книги, ходить на курсы, лучше взять индивидуальные консультации отдельно, муж и жена. Вот. Вот я работаю с семейными парами, которые, например, долго друг друга не знали, вообще не знали друг друга. Они там после нескольких консультаций, у них появляется секс, они начинают по-другому себя вести, по-другому открываться. Потому что они понимают, что они жили не своей жизнью. Света. Потому что они понимают, ну, многое понимают. Вот с чего мы начинаем? Например, мой муж находится в Украине, я нахожусь там где-то в Прибалтике, да? У нас не было выстроены этой эмоциональной связи. То есть притяжение было, мы понимали, что мы как бы друг для друга созданы, да? Но мы, например, там кто-то из нас закрыт. Вот, ну, мы играли роли друг друга, да? И вот тут я приехала в другую страну и понимаю, что как я люблю этого человека, но нет этой связи. С чего начать? Начать с себя. Вы сейчас копнули в родителей. Вот как бы да. С чего начать вот это вот выстраивание новых доверительных отношений? Вы должны понимать, что это целый процесс, потому что мы не можем сразу открыться, это страшно, у нас есть защитные механизмы психики. И между нашим «я» самим собой и между той свободой, о которой мы говорим, существуют те ограничения в виде родительских комплексов, страхов, вины и стыда. И вот так вот открыто, я должна тебе все высказать. Mm-hmm. Да? Но высказываем мы не претензии, вот ты же виноват в том, что я такая, ты меня не открыл как любовник, а он и не должен. Это твой выбор. Это нам опять же навязали, что мужчинам больше нужно секса, чем женщинам. Абсолютно. Это навязано, это обман, это миф, это заблуждение, это в обществе принято, потому что он как бы должен проявлять инициативу, и мужчины тоже от этого страдают, потому что на них ложится ответственность за то, что он должен взрастить в ней любовницу. А если он сам не учился нигде, где ему брать этот пример? Если у него еще хуже подавлена эта сексуальность, если он вообще учится на порно, которая сейчас просто на голову не налазит, что там показывают. У людей стресс после просмотра первых порно. Света, а кто все-таки, тоже очень глупый, наверное, стереотипный вопрос, кто главный в сексуальной жизни, в семье, женщина или мужчина? Женщина. Женщина. Все на наши хрупкие плечи. Женщина отвечает на секс, потому что у мужчины мыслительно-образное
мышление. То есть у него умственно-образное мышление, он думает, как он чувствует. Угу. А женщина просто чувствует? Да, а у женщин больше развита эмоциональность, поэтому мы гибче, нам легче психология дается, легче развитие дается, легче открытость дается. Потому что, смотрите, мужчина, он может жаловаться на разные вещи. У меня сдуло колесо, проблемы на работе, налоги повысили, ла-ла-ла. Вот это типа мы думаем, ой, что он жалуется из серии. А вот так вот открыть душу, они боятся, им это не позволяли, и тысячелетиями не позволяли. Просто потому что мужики не танцуют, и ему сложно установить этот контакт. Поэтому прежде первое идет расположить к себе мужчину, расслабить к себе мужчину, установить доверительный контакт мужчину, прочувствовать его степень сексуальности. Это все идет от женщины. Если женщина сама с подавленной психикой, с подавленными желаниями, вся в страхах, она не чувствует мужчину. Она будет выражать эмоции настолько, насколько она умеет это делать. Я поняла. У вас еще такой вопрос. Меня очень интересует. Мы говорим сейчас о доверии. Измены. Стоит ли об изменах сообщать своей второй половинке? Вот, например, мы берем вот эту ситуацию, когда большинство семей сейчас расстались и находятся в разных странах. И вот вдруг произошла эта измена. Стоит ли говорить? Вопрос, я же говорю, такой с преподвыпертом. Угу. Если мы возьмем вот человека, которого я только что описала, который не чувствует себя, который привык жить в роли мужа, например, и он знает, что женщина должна исполнять свой супружеский долг. Как вы думаете, поймет он на тонком эмоциональном, душевном, интимном уровне то, что она сделала? Или он? Но так стоит ли рассказывать? Естественно, у него появится обида. Естественно, причина следственной связи, того, что нужно было работать над самими собой, для того, чтобы этого не произошло, у человека не произойдет. Потому что это процесс развития. Когда мы начинаем работать с этими любовными треугольниками, и люди осознают, что причина не в муже, который изменил, не в жене, а причина в том, что я вела себя, или он вел себя всю жизнь как муж. Угу. Как человек, который сам себя не знает, который просто вот как запрограммированный человек на определенный долг. И когда жена ему говорит, ну давай попробуем другие позы, давай попробуем игрушки, давай попробуем то, что 5-10, он говорит, мне и так нравится. Мне все страшно. Он не скажет, что ему страшно. Он не откроется, когда женщина спрашивает, а так тебе нравится, так тебе нравится, да, мне все нравится. Лишь бы только не трогала его эту степень развития, потому что там есть страх, наложенный родителями, там есть стыд, наложенный родителями. Исходя из этого, человек, который услышит, что она ему или он ему изменил, он не поймет. У него нет ощущения себя, нет контакта с самим собой. Через что спрашивается? Он должен понять. И он создает. Мы знаете, что сделаем, если мы позволим им, скажем, рассказать друг другу об измене. Мы создадим жертву и тирана. Неважно, кто это будет, мужчина, женщина. Потому что я буду обиженной, потому что он меня обидел. То есть история с комплексом жертвы будет продолжаться. И мы снова вводим женщину в мазохистическое состояние страдания. Терпеть ради идеи быть замужем. Но при этом я страдаю. А всякое страдание, оно должно быть трансформировано в наслаждение. И тут мы людям не поможем признаться в их изменах, а наоборот усугубим. Света, очень интересно. И еще можно коротко такой вопрос раскрыть? Мы говорили о роли, да, что там роль жены, роль мужа. А архетипы пар, вот они как бы есть? Вот вы говорите там, ищу любовницу на стороне. А может ли жена играть вот роль этой любовницы? Возможно ли такое соединение? Конечно, у нас в стране секс обесценен полностью. Сейчас скажу. У нас есть жена, роль, есть любовница, есть проститутка. Проститутки деньги заплатят за то, что она дает услуги. Любовницу обманут, разведут вокруг пальца на то, чтобы она поверила, и ничего платить не будут.
будут обманывать, она будет тратить свое время, будет жить в таком состоянии непонимания в подвешенном. Ну, жена тоже будет на своем месте. А вот я еще раз повторяю, любимая женщина, баланс, тот, к которому мы двигаемся. У нас это, этой роли любимая женщина, архетип, любовница, если мы говорим по истине, например, по Юнгу, древнегреческая Афродита была, она отвечала за вот эти вот все состояния, переживания эмоциональной сексуальности женственности, любимой женщины. Вот. Вот это у нас не проработано. То есть была такая высокоразвитая цивилизация, как Греция, которая когда-то пала, потом много таких высокоразвитых цивилизаций пало. Мы сейчас живем на уровне патриархальном, уже матриархальном, и секс у нас обесценен. То есть женщина находится постоянно под комплексом жертвы в радикале мазохизма. То есть это терпеть ради идеи. Это ужасно, на самом деле, то, что вы говорите, но... Я говорю это... правду. Я да, это правда. И именно эта правда нас ведет к изменениям и к улучшению нашей жизни. Собственно говоря, зачем мы этот эфир и устроили? Для того, чтобы осознавать, что с тобой происходит, и уже исходя из осознания этих вещей, мы прорабатываем себя и растем в этом. Я правильно, Света, вас понимаю? Да. Так вот, когда мужчина идет к любовнице, он там познает себя как любовника. Света. То есть у него бессознательная тяга завести любовницу, это бессознательно, неосознанно. Это проработать ту подавленную часть, которую создали у него там его родители. И если сейчас все люди будут обвинять своих родителей, да, то вы снова загоняете себя в комплекс страданий, в комплекс жертв. Потому что не родителей надо обвинять, а работать над собой, развиваться. Это ваше дело, ваша часть жизни, чтобы развиваться. Они вам дали жизнь, а дальше уже ваш выбор. Оставаться в ролях или развиваться, познавать себя. Лучше всего обвинить, найти виновного. А ты попробуй создать себе такую жизнь, какую ты хочешь. Света, на этой ноте я вынуждена с вами заканчивать эфир. Это очень жизнеутверждающая нота, в плане, что ты сам властелин своей жизни. Легче всего, это инфантильная такая история, кого-то обвинить. Я была очень рада с вами пообщаться. Я надеюсь, что у нас еще будут впереди встречи, потому что тема... хочется еще говорить. Тема действительно животрепещущая. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам на эфир. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Я бы хотела, конечно, развить этот диалог побольше, все-таки как установить эмоциональную связь сейчас по телефону. Есть чем поделиться, но, к сожалению, у нас очень мало времени. Все, больше мы обещаем, что следующий эфир будет посвящен именно этой эмоциональной связи, потому что тема широкая, обширная и требует много времени. Спасибо вам большое, Света. А я, кстати, хочу напомнить, что у нас сейчас там в комментариях на YouTube под нашим эфиром есть опрос, как вы ставитеся до вільних відносин. Будь ласка, відповідайте, це дуже таке цікаве питання.